Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы подробно расскажем вам про уход за мексиканской голой собакой. Мексиканская голая собака – это сочетание спокойного нрава, дружелюбного характера, преданности и отличных сторожевых качеств. Представители породы способны стать замечательными домашними животными для самых разных типов владельцев. Но насколько сложна в уходе мексиканская голая собака? О чем стоит помнить, собираясь завести себе представителя породы? Давайте подробнее рассмотрим главные особенности содержания этих собак. Мексиканскую голую собаку важно социализировать с раннего детства. Если своевременно не социализировать питомца во взрослом возрасте, он может проявлять агрессию к другим лающим или, наоборот, бояться их. Социализированные мексиканские голые собаки, как правило, легко находят общий язык с другими домашними животными и хорошо ладят с детьми. Дрессировка и воспитание представителей породы должны быть не грубыми, но при этом достаточно строгими. Мексиканские голые собаки бывают короткошерстными и голыми. Голых представителей породы следует купать с помощью специального лосьона каждые 2 недели. При длительном нахождении на солнце кожу этих собак нужно защищать с помощью солнцезащитного крема. Короткошерстных представителей породы необходимо расчесывать еженедельно, а купать по мере загрязнения. Кроме этого, абсолютно каждой мексиканской голой собаке нужен уход за зубами, когтями, ушами и глазами. Чтобы не потерять наш канал, жмите на кнопку подписаться. Не забывайте нажать на палец вверх, если видео вам понравилось. Это помогает нам делать видео, которые интересны именно вам. Наслаждайтесь просмотром. Питание мексиканской голой собаки должно быть сбалансированным и разнообразным. При этом крайне важно учитывать то, что представители породы часто страдают от аллергии. Поэтому важно подбирать собакам гипоаллергенную пищу. Из натуральных продуктов мексиканской голой собаки больше всего придется по вкусу нежирное мясо, яйца и крупы. Мексиканская голая собака очень чувствительна к перепаду температур. В холодную погоду представителей породы необходимо одевать, чтобы избежать их переохлаждения. Также важно беречь питомца от сквозняков. В жару мексиканских голых собак нужно защищать от сильного солнца. Таковы главные особенности ухода за мексиканской голой собакой. Помните о них, собираясь завести себе представителя породы. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!